расскажу несколько слов. Спасибо всем огромное за то, что пришли, за то, что разделили с нами красоту этой музыки, этого звучания. Спасибо, что выслушали все воспоминания, которыми делились о маме. Она была не только моей любимой и любящей мамочкой, заботливой. Она была моим... Она была моим лучшим другом, лучшей подружкой. И не только, а потому что, имея такой яркий пример педагога, учителя с большой буквы перед глазами, я не могла не стать сама учителем. Я закончила ИНЯС нашего педуниверситета. И после окончания мы вместе с мамой работали в ПШГ, в лицее номер 2. И, конечно, я видела, вот оно, как оно, быть педагогом, как находить контакт с разными учениками, и как зажигать сердца и нести знания, делиться этими знаниями. Все, чем я являюсь, кем я являюсь, это все, конечно, благодаря маме. И позже, когда я переехала в Москву и потом переехала в Соединенные Штаты, я каждый день практически созванивалась с мамой, и мы с ней устраивали педсоветы. Мы с ней говорили об учениках, об уроках, о как лучше, о методах и методиках. Это было здорово. Я бы хотела пожелать вам всем, нам всем, побольше таких людей, как мама, вокруг себя, на нашем жизненном пути, побольше таких педагогов, преподавателей, друзей, как мама. Пусть будет мир лучше с такими людьми. Спасибо вам огромное еще раз за ваше время, за ваше внимание. Всего доброго!